Всем привет-привет, с вами Лара Шум, и сегодня я сделала такую интересную подборочку, этим я еще ни разу не занималась, шуток про самоизоляцию. Я их вам сейчас зачитаю, только пожалуйста, если вам смешно, ставьте лайк, если вам даже было не смешно, то все равно ставьте лайк, поддержите меня. Дело в том, что я сейчас участвую в чудесном тренинге «Учусь юмору». Вот, и там было задание найти шуточки, и когда я их начала искать, вдруг наткнулась на шутки как раз про изоляцию. Поэтому их будет всего 15, можете посмотреть, и кому-то вдруг понравится выписать себе где-то, поделиться в соцсетях, это будет прикольно. Но они на самом деле такие прикольные, это может быть я могу читать их как-то вот не так прикольно, но я постараюсь, ребят, я постараюсь, я еще только начала проходить этот тренинг. Итак, готовы? Когда все кончится, минимум 3 дня не буду мыть руки. Лопата. Чем отличается самоизоляция от явки с повинной? При явке с повинной государство не даст вам умереть с голоду. Лопата. Сегодня 2 мая 2020 года. Социальная дистанция на майские праздники 1 сотка. И попробуйте не держитесь этой дистанции. Это уже было мое дополнение. Карантинно народная сказка. Сестрица удаленушка и братец диванушка. Вышла Василиса премудрая на крыльцо и поняла, что делать ей там в принципе нечего. Вы, конечно, не поверите, но пингвины – это долго сидевшие на карантине ласточки. Кто бы мог подумать, что профессией будущего станет курьер. Отошел от дома на 300 метров, адреналин зашкаливает. Лопата. Вот это вот шутка такая со смыслом, ребят. Эпидемия закончится тогда, когда раздербанят все деньги, выделенные на борьбу с ней. Умная шутка, да? Кто-то станет богатым после карантина. Очень богатым. А что, если карантин кончится, а привычка пить в обед нет? 11. Мойте руки вместо еды. Лопата. Ой, а я тебя без маски не узнала. Песков заявил, что в июне станет полегче. Видимо, имелось в виду, что в июне пойдут ягоды и грибы. Ну как прошло свидание? Восхитительно! Уже через час не утерпели и пожали друг другу руки. Лопата. И 15-е, последнее. Тоже такая шутка хорошая. О том, что карантин затянется, я поняла тогда, когда разрешили фотографироваться на паспорт в масках. Лопата. Ну что ж, это были шутки про карантин. Если у вас также имеются в наличии какие-то шутки, то пишите в комментариях, я с удовольствием их почитаю. Ну не только я, конечно, а всем, кому понравится это видео, и все те, кто любит смеяться, даже несмотря на те обстоятельства, которые сейчас творятся в мире. С вами была Лара Шум. Пока-пока!